На кировском «Динамо» прошли всероссийские соревнования «Лед надежды нашей». Турнир собрал восходящих звезд конькобежного спорта. Восходящая звезда конькобежного спорта Елизавета Катюхина стартовала первой, а это всегда непросто. Тем не менее, на соревнованиях Лиза установила личный рекорд – 15 секунд 45 сотых. Причину своих успехов спортсменка объясняет просто. У нее самые лучшие наставники – тренер, папа и три подруги – Алена, Аня и Яна. Они меня больше катаются лучше, и когда я не умела кататься, я у них научилась. Я за ними, как бы сказать, гналась, чтобы добиться результатов. Тысячи участников в 37 регионах России от Мурманска до Хабаровска приняли участие в соревнованиях «Лед надежды нашей 2014». Киров тоже присоединился к спортивному празднику. В нашем городе на старт вышли более 500 жителей. Профессиональные спортсмены и не только. Студенты, школьники, ветераны спорта. Все участники пробежали дистанцию 100 метров. Победители и призеры были награждены медалями, кубками и грамотами. Так Олеся Мочелова заняла в своей возрастной категории второе место. Это первая медаль в ее жизни и повод гордиться для бабушки. Ходит на тренировки 3 раза в неделю, встает в 8 утра, учится во вторую смену. В школе отличница. Ой, вы круглая. Так говорите, наверное, очень гордитесь. Да, да, она у нас молодец. У нее она такая подвижная, веселая, позитивная. Очень много хороших качеств у девочки. И я думаю, что олимпийская чемпионка будущая растет. Отметим, что турнир имеет давнюю историю. Многие российские звезды конькобежного спорта зажигались именно после выступлений на подобных соревнованиях, получали путевку в большой спорт. И по сей день главная задача соревнований – поиск юных талантов и, конечно, популяризация спорта. Милана Поварницына, Сергей Щекин, Вести, Кировская область.